Ну а теперь обо всем подробнее. В Доме дружбы лучших и самых активных работниц дагестанских ведомств поздравила глава правительства республики Абдусамат Гамидов. Представительницы разных отраслей – медицины, образования, культуры, искусства – получили правительственные грамоты и знаки отличия. Гамидов поздравил всех дагестанок с наступающим праздником, пожелал достичь больших вершин в профессии, в творчестве, в общественной деятельности, создавать радушную, комфортную обстановку в семье и воспитывать детей. В этот день мы отдаем дань восхищения вашей красоте, мудрости, терпению и настойчивости в решении самых сложных житейских и общественных проблем. Ваша поддержка и внимание вдохновляют мужчин, делая нас благороднее, лучше и сильнее. В ходе торжественной встречи почетные звания народных артистов получили участницы хореографического ансамбля «Лезгинка», а медаль за доблестный труд была вручена Антонине Идрисовой, которая более 45 лет проработала в финансовой сфере республики.